Два классических ружья, ну классически в том смысле, что выполнены по традиционной переломной схеме. ТОС-66 и ХАН-АТАК. Ну, собственно говоря, что интересно в этих ружьях? Интересно сравнить их в скорострельности, потому как прошлое видео, в котором делали скорострельность, это было прикольно и весело. В чем как бы подводный камень состоит в том, что в 66-м присутствуют курки, которые необходимо всадить каждый раз перед выстрелом в этой вертикальной двустволке. Курки взводятся автоматически при переламывании ствола. Понятно, что в данном случае бескурковка будет по скорострельности выигрывать у куркового ружья, но весь вопрос насколько. Значит, с Акханом оперировать буду я, ТОС-66 оперирует Максим. В чем смысл происходящего? Начальная позиция, ружье заряжено, заряжено, да? У меня, соответственно, на предохранителе, потому что такое есть, 66-й, курки не взведены, да? И затем по сигналу таймера мы делаем последовательно 6 выстрелов. Естественно, при этом присутствуют две перезарядки. Два первых выстрела, то, что у нас в стволах, и затем две перезарядки. Ну, побеждает, естественно, тот, кто делает шестой выстрел первым. It's okay? Окей. Что хотел показать, здесь у меня специально для двухстволки вот такой вот паучер на 4 патрона производства Тимофея Калашникова, сделано из, как это называется? Скажи, как называется? Которые делают чехлы для ножей. А? Как он называется? Кайдекс, во, правильно, совершенно. Сделано из кайдекса или из хольтекса. Я их на вид не определяю, если честно. Вот, на 4 патрончика, то есть удобно вот именно для двухстволки брать по 2. Такая штука, приколюха. На жесткий ремень эта лайна стала как, ну, как родная. Без движения, без тремор, вибрации, без ничего. Заряжаемся. А, да, еще что характерно для этих ружей, что ни в одном, ни в другом нету эжекторов. То есть гильзы, стреляные гильзы, по сути, нужно выбрасывать руками. Перчатка без. Интересно, да? Стрелок слева готов? Готов. Стрелок справа тоже готов. Внимание! Огонь! Зараза. Надо переснять. Ну, кстати. Патроны сыпались, блядь. Ствол горяченький. Да. Кстати, это было не быстро и не в последнюю очередь, знаешь почему? Смотри, я покажу. Когда выбрасывать, смотри сюда. Нижнюю гильзу, видишь, что делается? Так у меня вообще патрон выпал, блин. Ну, тем не менее. Гильза одна выкинулась, одна осталась. Юра, покажи ближе. Ну вот смысл, да, когда я делаю экстракцию гильзы стреляной, вот она не идет. То есть вот то же самое, когда я добрасываю гильзу, видите? То есть этим движением его нужно досылать. То есть, в принципе, наверное, не самое быстрое ружье, но тем не менее. Еще одну попытку? Мне нужен дубль, да. Окей. Дубль 2. Захраните. Стрелок слева готов? Готов. Внимание! Огонь! Закончил. Дуплеты не считаю. Это не дуплет. Как? Так. Это по 2 поочередных выстрела. Ну, в любом случае, как и в первом дубле, здесь 6 выстрелов на 4 этих, да, получается?